Продолжается ремонт дорог в рамках проекта «Улицы Победы». Напомню, в Элисте приводятся в порядок 4 улицы Победы, Партизанской, Гермашева и Ханинова. По решению городской администрации вместе с ремонтом полотна ведется замена инженерных коммуникаций и средств столичного бюджета. Так, во время работ по улице Ханинова были обнаружены замурованные в асфальт люки. Ремонтная бригада скорректировала свои работы с учетом подъема люков до уровня нового асфальтового покрытия. Есть у нас технологии, которые утверждены, да, проектом и технологии. Все люки были доведены до нормативного состояния по уровню верхнего слоя асфальта новой дороги.